Большой привет всем искателям хороших ICO. Сегодня я расскажу о ICO Alligator Coin. Alligator Coin в данный момент находится в самом начале своего пути, на этапе сбора средств. И, как вы понимаете, сейчас это самое время задуматься о инвестировании в этот замечательный проект. Предлагаю начать исследование ICO Alligator Coin сайта компании. Мы сразу видим главную страницу сайта, на которой для нас предоставлена вся ключевая информация, для того, чтобы мы начали ознакомление с проектом. Забегая наперед, хочется отметить, что изучив всю информацию на сайте и white paper, понимаем, что история проекта началась относительно недавно, однако его разработчики стараются сделать его конкурентоспособным и привлекательным для потенциальных клиентов. На сайте предоставлен промо-ролик для ознакомления с данным проектом. Главная цель данной платформы заключается в следующем. Вывести процесс покупки, оплаты и транспортировки продукции на совершенно новый уровень. И достичь этого компания планирует путем внедрения новейших технологий. То, что вся платформа будет построена на технологии блокчейн, обеспечит безопасность финансам и личным данным пользователя. Мы можем видеть партнеров данного проекта. Общая информация о токене. Символ токена ALC на платформе Эфириум ERC-20. Также мы видим стоимость одного ALC, который приравнивается к 50 центам. Минимальная сумма покупки 1 ALC. Также мы можем видеть максимальный объем выпуска криптовалюты, soft cap, hard cap, также способы оплаты. Если soft cap не будет достигнут, да, то средства будут возвращены инвесторам после закрытия ICO. Здесь мы можем наблюдать предварительные продажи, которые проходят в несколько этапов. Три из них мы видим уже завершены. Сейчас предварительные продажи на четвертом уровне. Цена за один токен 40 центов. По окончании предварительных продаж уже начнутся основные продажи. Мы подошли к разделу распределения криптовалюты и также распределения средств. Относительно распределения криптовалюты, здесь можно сказать, что команда оставила для себя и партнеров совсем немного токенов, благодаря чему основное количество токенов остается в системе для рядовых пользователей, и никто не сможет раскачивать курс. Что касается распределения средств, мы можем видеть, что пойдет на развитие платформы, инфраструктуры, IT, резерв, маркетинг. Следующий раздел – это дорожная карта. Мы видим, данный проект стартовал в 2018 году. Можно отметить четко распланированный график. Развитие проекта идет за планом. Команда каждую ступень дорожной карты отрабатывает четко в срок. Также нам предоставлены новости, где мы можем видеть рейтинг ALC токена.
также ознакомиться с пресс-релизами. Относительно команды. Здесь можно сказать, что все хорошо. Команда достаточно хорошо слажена. Много специалистов в данной отрасли. К тому же им помогают известные специалисты в области криптовалюты и маркетинга. Ниже идут контакты и указаны для нас соцсети, где мы можем стать подписчиками данного проекта и получать еще больше информации, быть в курсе последних событий. На этом обзор нового проекта ICO Alligator Coin окончен. Держите руку на пульсе в сфере ICO, и пусть ваши решения всегда будут взвешенными и обдуманными. Всем пока!